Вот, сегодня у нас классная погода, плюс 26, и мы решили покататься на лодочке. Оранжевая лодка у нас будет. Если будет что-то интересное, непременно вам подсниму. Тут вообще так хорошо. Мы пришли, такое ощущение, что, знаете, где-то на юге. Обгорю, наверное. Намазала лицо кремом. Так неприятно, я же кремами вообще не пользуюсь. Теперь такое ощущение, что, знаете, что на меня полиэтилена нанесли. Очень повезло с погодой, чтобы вы понимали, сейчас, как хорошо, что у меня сзади был хвост. Сейчас плюс 20, короче, все надену, чтобы все не улетело. Сейчас плюс 26, вот так, вот. Друзья мои, пойдете на водную прогулку, берите с собой капюшон, непременно, кепку, чтобы не обгореть.